сегодня играем на ящик пива. Смотрим. На что играем? На лимонад все играем. Надо что-то показать, чтобы было за что. Так, отлично. 20 бутылок брали. 20, да? Все, ну, отлично. Он еще и запечатлел, понимаешь? Все, все. Сфотографируй, блядь. Да. Это, как говорится, пивная лига. Правила ветеранские. Без щелчков, без пробросов, удаление булит. И кататься медленно. Кататься надо медленно. А кто мы? Ультра? Краславская ультра. От ультра три человека, оригинально. В оригинальном изложении. Да. О, ультра! Здравствуйте. Ну, пацаны, играйте. Да, аккуратненько. Как тренировочка. Да, да. Да. Говно? Это тебе не Рига. Я не знаю, как вы, я не вижу его. Ну, типа, вот я подъеду сюда, я не вижу. А зачем тебе видеть? Ну что, блядь, НХЛ ебать? Все, играем. Да. На пиво! Вот это было. Ёбаный вратарь. Такой ни разу не забивал. Это не гол, а бур. Какой? Вот! Вот! Я никогда так не поднимаю! Да идите вы нафиг! Я никогда высоко не поднимаю, я не умею, блин. Капец. Нет. Да не надо придумывать, я никогда высоко не поднимаю, блядь. Я не умею поднимать, еще раз говорю, блядь. Какой из меня щелкун, блядь? Пиздец. А что там? Что будет? Потому что я щелкал, типа. Ну я. Вот, блядь. Ван таймер был, какой. Вот такое расстояние, блядь. Конечно, гол. Шайба, ну, по льду. Вот, блядь. Я не умею щелкать вот. Я тебе говорю, чистый гол. Ну вот, плюшка. Ладно. Забьем еще. Блин, это просто. Он стоит рядом, игрок. Конечно, я не отдам. Не катаюсь. Гол! Расскажите щелчок. Да. Это щелчок не считается. Зачем ты придумаешь, непонятно что. А что здесь свистит? Ай-яй-яй. Вот не вывел с зоны, все. Что такое? Что это? Чего? Пас рукой. Пас рукой, говорит. У них свои правила. Пас рукой в своей зоне нельзя, понял? Какой булит, ты че? С ума сошел? Максимум сбрасывания в нашей зоне.
Какой буллит? Вы что? Совсем уже? Сбрасывание в нашей зоне, если уже так. Правила. Пиздец просто. Дайте правила, блядь, Антона. Дай шаг, Семен, дай шаг. Ну какой буллит? Вы что? Серега, дай шаг. Вы что, совсем? Правила какие вообще? Что это за правила? Пас рукой в своей зоне и буллит нам. Это что вообще такое было? Было у нас правило-то. Го! Еще давай. На уровне плеча было, вот, блядь. Заканчивай, Пошли домой, блядь, доебали они. Это же щелчок. Заканчивайте такой хоккей, блядь. Пиздец. Заканчивай. Блядь, ну, блядь. Булит, да? Давай булит нам пробивайте, блядь. Что там уже? Да просто. У нас правило-то. Что? Высоко поднято это была, короче, гол. Да? Да. Там выше плеча, если тогда высоко поднято. А тут, блин, был уровень. Нет, это щелчок. Но это же не щелчок. Это теннис. К судье не вижу, я сказал, что я не хочу судить, я не умею судить. А что вы ставите? Ну как-то на сайт возьмите со своего притащите. Ну надо сказать. Чего вы говорите, пиздеть, блядь? Счет 4-0. С этим согласны, блядь. Вы просто его не трогайте, он уже... Ну, хорошо, уже нервничает. Слепой, нервный. Да. Вены ползут. Что случилось? Булит. Булит опять, да? Андрей, давай. Таксиста сказал, нету, что? Попробуйте не засчитайте. Попробуйте не засчитайте. Перфект. Высоко поднято! Высоко поднято! Стой! Булит давай! Булит! Блять! Смотри, булит дали, нифига себе! Выкричили, как говорится. Не ту сторону. Так у нас то же самое было. У нас то же самое было. Чего хотите? Да, у нас дуракат не включай. У нас то же самое нам дали. Чего? У вас была выше перекладина. Какой выше перекладина? Вот тут она была. Ну что, ну что, там очень опасно играло. За что булит? Мальчик из детского сада будет судить. Давай, ты давай, 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 давай. К нам назначили булит. Нам за высокий. За что? Мы тут же затягиваем. Булит тоже. А кто затягивает? Затяжка времени. А они сами затягивают. Так двойной булит надо за затяжку времени. Они болтают, а не мы. За что? Затяжка времени. Хотя они затягивали, а не мы.
Кого? Булит! Булит! Какой булит за выброс? Выброс шайбы же. Кто пробьет? Да, я пробью. Все молодцы. Да, спасибо. Нормально. Спасибо большое. Молодчик. Молодец. Пиво наше. Не факт. Не факт, да, не факт. Нормально. В следующий раз. Молодец, Саша. Спасибо. 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 Где наше пиво, блин? Идти отбирать? Еще надо там пару булитов пробить в раздевалке. Да, мало булитов было. Мало. 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 Даешь еще. А по факту счет 7-1. По факту 7-1, все равно победа за нами. Они только разозлили нас эти хибли. Не, ну блин, ну такие правила, ну. Которые, правил которых нет. Что? Да, иди пиво забирай. Пошли с кем-нибудь. Вау. Вам. Спасибо. Пожалуйста. Мужики, все, спасибо. Оле, 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 оле. Это круче, чем кубок. Сейчас бабах. Возможно, отравлено? Отравленное пиво. Так что? А пиво нормально. Пивная лига, блин. Национальная пивная лига. Да. Всем спасибо.